Ну что, дорогие друзья, прогуляемся за стеной Иерусалима. Вот видите, это стена древнего Иерусалима. Вот. Там получается старый город, люди там живут, квартиры, дома есть. Вот, вон там церквушка, там часы наверху. Вот. Ну вот, Иерусалимский трамвай. Вот. А мы идем потихонечку в сторону к железнодорожному вокзалу. Ну, пока прогуляемся здесь по парку. Здесь. Вот видите, оливковое дерево. Вот здесь вон дедок ходит, оливки собирает, потом их маринует, и все хорошо. Сколько за этот Иерусалим воевали? Там католики находятся. Если кому интересно, мы сейчас находимся 750 метров над уровнем моря. Голубей подкармливают. Хлеб, лепешки кидают, они здесь кушают. Ну, это вот католическая часть. Такое массивное, серьезное здание. В Иерусалиме вообще очень дорогое жилье.
Вот еще один вход в Иерусалим старый. Ну вот, мы подходим к той части, которой я в прошлый раз заходил в Иерусалим. В старый город, точнее, Иерусалим. Люди по-прежнему выходят со старого города. Видите, какой людской поток мы попали. И фотографируется. И поют. Такое ощущение, что ты в Токио попал. Когда там есть... знаменитый пешеходный переход. А вот. И ты вот переходишь через него. Вот сейчас точно так же мне напомнило. Люди помолились, пообщались с Богом. И теперь вернулись к тому, что надо покушать, попить. Ну и еще какие-то другие нужды. Вот тут ведь встреча с родными и близкими, с родственниками. Пойдем пройдемся до железнодорожного вокзала пешочком. Здесь, в принципе, не так далеко. Потому что если идти ехать на трамвае, то слишком много людей. Ну вот стоит это желтенькая машинка,
там сдают кровь. У нас скорая помощь — это не крест, а звезда Давида красная. Вот. И вот здесь люди заходят сюда и сдают кровь. Здесь вот и фанаты футбола, и стран всяких одевают флаги, откуда они приехали. В общем, если выходишь с железнодорожного вокзала, выходишь то направо, вот как вышел с железнодорожного вокзала, дорога направо идет в сторону старого города Иерусалима. Вот, чтобы не заблудиться, чтобы правильно сориентироваться и двигаться в сторону старого города, если, например, не хочется ехать назад на трамвай или не брать такси. Вот хороший вариант — это пешочком пройтись. В принципе, здесь не так далеко. Вот. Ну и заодно посмотреть Иерусалим. Вот. Потому что в Америке показывают, что на улицах нету людей, никто не гуляет. Вот. А здесь наоборот, в Израиле. Здесь постоянно ходят огромные толпы людей. Вот. Видите, всякие кафешки, ресторанчики делают место типа суки. И вот религиозные евреи, они вот на Суккот кушают внутри суки. Ну, вот видите, тоже хорошее место посидеть с семьей, отдохнуть. Ну, вот. Ну, вот. Кто на трамвае едет, он на праздники, ему надо железные нервы. Потому что, смотрите, как бы толпа людей идет сюда, туда. Ну вот, дети любят чипсы. Я не знаю почему, но моя дочка до сих пор, и младшая, и старшая, они покупают чипсы и едят их. Вон там музыканты. Виолончель. И на барабанах. На чем только не играют.
В общем, кого только здесь не встретишь. И монашек, и религиозных. И из России, и из Беларуси, и в шортах, и полностью закрытыми, строго одетыми. Из Индии, из Китая, из Индонезии, из Америки, Канады. В общем, со всех стран. Из России. Все равно люди сюда приезжают, несмотря на то, что происходят военные действия. Вот. Ну, сейчас этот на велосипеде очень шустренько, быстренько доедет до куда ему надо. Ну, смотрите, какое количество народа. Там музыканты выступают, гуляют, отдыхают с семьями. Вот. Здесь же не обязательно все с Иерусалима. Вон монашки ходят. Или послушницы, скорее всего, православные. По крайней мере, в тихом, спокойном месте посидел, покушал, попил. Это Иерусалим. О, видите, какая толкучка. То проще пешочком пройтись. И с другой стороны, то будет точно так же забитый трамвай. Это в сторону старого города он едет. Два длинных Thank you.
магазин телефона. Ну, для телефона все. Представляете, как люди на этой улице живут? Квартиры. Переходим. Идем, уверенно шагая. Вот. Вот сделается ремонт. Вот, обгородили пока все. Ну, иногда встречаются такие девушки, одетые. Периодически полицейские едут, охрана. Следят за порядком, за подозрительными личностями. Я вот заметил, что в старом городе несколько точек, где именно дети давят апельсины, сок делают апельсиновый. Ну, такой вид заработка.
Вот сейчас у многих есть возможность продавать. Ну, здесь без алкашей тоже не обойтись. У них есть, как говорится, ну, вот видите, сейчас буду переходить через дорогу. Эти Да.